Добрый вечер. Я Анатолий Голев. Вы смотрите новую неделю на ТВ-8. Зима не за горами. И уже через месяц необходимо будет задуматься о том, где взять газ, отопление, электроэнергию в зимний период времени. Сегодня мы поговорим об этом, об энергетике в Молдове в целом. У нас в студии министр энергетики Виктор Парликов. Здравствуйте, господин Парликов. Добрый вечер. О том, как мы готовимся к зиме, как вы готовитесь к зиме, мы поговорим чуть позже. Я хотел начать с аудита, потому что это важное событие, важная тема. Уже две недели практически мы обсуждаем. У вас есть какая-то еще реакция от «Газпрома» относительно результатов аудита? Вот кроме того, что на второй день они заявили, что не согласны. Ну, никаких официальных реакций других мы не видели, но, насколько я понимаю, они взяли время на то, чтобы рассмотреть. И дальше посмотрим на их реакцию. Дальше все равно есть определенные процедуры, которые нужно пройти. То есть есть наблюдательный совет, потому что, если вы помните, в соответствии с договоренностями, указанными в этом протоколе, подписанном в октябре 29 октября 2021 года. Да. То есть в протоколе указано, что результаты аудита будут вынесены на утверждение наблюдательного совета. Соответственно, эта вот процедура тоже должна пройти, и это будет, в принципе, первая, скажем так, уже зафиксированная официальная реакция корпоративная в рамках «Молдовагаз». Ну, раз вы вернулись к протоколу, который стал прелюдией к подписанию пятилетнего договора между «Молдовагаз» и «Газпромом», то Молдова нарушила положение протокола. В протоколе было написано, что к маю 2022 года уже утвердить результаты. Я не знаю, как можно было за 6 месяцев, да, ноябрь, декабрь, январь, февраль, да, 6 месяцев. Да. Получить результаты аудита, уже утвердить и составить график погашения исторического долга. Ну, смотрите, если говорить о сроках, то, конечно, сроки были сорваны. Но нужно также понимать, что помимо протокола есть контракт, и контракт тоже предполагал, то есть в контракт были внесены изменения в соответствии с протоколом, что если молдавская сторона не выполнит вот эту часть обязательств, связанных с аудитом, связанных с предложением по долгам, урегулированием долгов, по-моему, так там было написано, у «Газпрома» появляется юридическое право расторгнуть этот договор. Соответственно, с мая 2022 «Газпром» юридически имел право расторгнуть этот договор. По сути, он и сейчас имеет право, потому что действительно, ну что скрываться, мы действительно сорвали эти сроки. С другой стороны, как бы да, несмотря на то, что мы запоздали, в принципе, мы свою часть обязательств по этому протоколу выполнили, потому что этот аудит все-таки до конца доведен. Результаты мы получили, мы свое предложение «Газпрому» внесли, то есть предложили. Дальше мяч на стороне «Газпрома», дальше с их стороны. Теперь не о сроках. Что касается сроков, ни в протоколе, ни в договоре, ни в мыслях, нигде не было ничего написано про войну, да? Конечно. Что в феврале 2022 года, когда был объявлен тендер уже на проведение аудита, началась война. Естественно, никакая компания международная в феврале-марте 2022 года не рискнула бы сюда послать аудиторов и работать здесь. Как бы, да, есть такой простительный момент. Но с формальной точки зрения, невзирая на сроки, правительство Молдовы отобрало аудиторов без согласия «Газпрома». Насколько я знаю, этот вопрос обсуждался на наблюдательном совете. Наблюдательный совет что сказал? Потому что это как-то осталось, как-то прошло. Это вопрос даже не наблюдательного совета, это вопрос протокола. Потому что
протоколе было указано, если я помню точно формулировку, молдавская сторона выберет, проведет и так далее, и так далее. Угу. «Газпром»... Молдавская сторона в лице правительства, надо уточнить. Там не было указано, в том-то и дело, в протоколе не было указано, что это молдавское правительство. Но это не «Молдова-газ». Вот именно. Вот «Газпром» трактовал это и пытался представить это как «Молдова-газ». Выберет аудиторов и так далее, и так далее, и так далее. Но это было подписано в протоколе, а протокол подписал Миллер и Спыну в качестве представителя правительства. Да. И это подразумевалось, что это не «Молдова-газ». Не Вадим Чебан подписал этот Именно поэтому протокол. Мы руководствовались именно логикой того, что молдавская сторона означает правительство Республики Молдова. Потому что не может со стороны «Молдова-газ» подписывать Андрей Спыну. Да. Соответственно, руководствуясь тем, что это мы, как молдавское правительство, должны эту часть работы провести, мы, собственно говоря, и начали ее проводить. Да, этот процесс, скажем так, во-первых, нужно понимать, что на первом этапе, когда был только проведен первый тендер, насколько я понимаю, техническое задание по этому тендеру было публично. То есть оно было общедоступно, то есть никто ничего не скрывал. Другое дело, что, как вы правильно заметили, у нас первый тендер сорвался, то есть не было... Участников не было. Не было, да, не было желающих особо заниматься этим в Молдове в то время. После этого, значит, стали искать напрямую компании, которые, как бы, пытаться достучаться и найти компании, которые это будут делать. Соответственно, это все на себя взяла молдавская сторона, в данном случае правительство Республики Молдова. В лице агентства публичной собственности. И здесь я никаких нарушений не вижу. Да, возможно, «Газпром» хотел бы, чтобы это проводил «Молдова-газ», но мы считаем, что вся логика этого аудита была именно в том, чтобы разобраться не с бухгалтерской точки зрения, что происходит, там есть долг, нет. Кредит-дебет. Да, по бухгалтерии там вопросов особо нету. Вопросы, то есть, по крайней мере, там по бухгалтерии проводились... Да, по формированию долга. По структуре этого долга и причинам, по которым этот долг появился, потому что суть всего этого, скажем, экзерсиса был же в чем заключался? В том, «Газпром» настаивал, значит, вот у вас долг, там, 700 или сколько миллионов. 709. Возвращайте. Возвращайте кто? Возвращает «Молдова-газ» или правительство Республики Молдова? Давайте разберемся. «Молдова-газ». Так нет, вот там же были попытки разные, если вы помните, в том числе и с включением в межправительственное соглашение пункта о том, что по долгам частных компаний могут быть ответственны бюджет. Это все... Попытки были. Были попытки перевести в плоскость не корпоративного долга «Молдова-газ» «Газпрому», а публичного долга Республики Молдова к Российской Федерации или к «Газпрому». Соответственно, эта часть, она, то есть мы к этому подошли довольно щепетильно, и да, есть долг «Молдова-газ» «Газпрому», но нужно понимать, из-за чего этот долг сформировался и какую часть этого долга могут и должны справедливо взять на себя потребителям Республики Молдова, налогоплательщикам Республики Молдова и так далее. А какая часть долга, собственно говоря, не должна быть оплачена молдавской стороной, то есть потребителями и гражданами Республики Молдова. Соответственно, логично, что такого рода аудит будет проводить не «Молдова-газ», а будет проводить именно правительство Республики Молдова от имени народа. Теперь «Газпром» также и «Молдова-газ», кстати, говорят, что вы представили результаты аудита утром 6 сентября, когда начали свою пресс-конференцию. Ну, мы его отправили накануне, ну да, видимо, оно значит, принято. То есть одновременно это было? То есть... Да, мы, опять же, там были, если вы помните, было изначально заявлена пресс-конференция, но там, опять же, технические процедуры внутри, утверждение, подписание документов и так далее, и так далее. Оно заняло немного времени. Мы уже объявили, скажем так, пресс-конференцию о том, что вот будут анонсированы результаты аудита.
А окончательно акты приема, сдачи и так далее, еще не были до конца подписаны. Мы их подписали и отправили. Теперь, каким образом получилось, что «Газпром» утверждает, что 709 миллионов, а аудиторы говорят, что на 276 миллионов нет никаких подтверждающих документов, а более 400 миллионов не подлежат взысканию из-за того, что просрочено? Что значит просрочено? Каким образом? Обычно, когда одна компания другой должна, они проводят в конце года там, или раз в полгода сверку, подписывают документы, принял, согласен, обязуюсь оплатить. Примерно так. Примерно так. Значит, смотрите, во-первых, там в аудите гораздо больше указано, чем только это. И нужно понимать, что хотя аудит проводился по долгам, но так как долги накапливались на протяжении долгого периода, даже еще до формирования «Молдова-Газ» и существования «Молдова-Газ» как юридического лица. Ну да, это с начала 90-х. И учитывая то, что даже часть долга, которая сейчас числится по бухгалтерии, она относится к периоду, к тому долгу, который был накоплен в 90-е годы, и часть которого была списана как в рамках формирования «Молдова-Газ», потому что, если напомню телезрителям, «Молдова-Газ» как формировалась. То есть «Газпром» должен был списать часть долга, а Республика Молдова должна была, скажем, в это предприятие внести сети. То есть сперва это было на первом этапе сети газотранспортные, потом распределительные сети, все райгазы и так далее. Uh-huh. И так далее. То есть так как именно на количество долга влияло в том числе, по какой цене были оценены эти активы, когда их Молдова вносила, соответственно, какую цену, какую часть долга списал «Газпром». Аудиторы по этой теме тоже высказались, но так как они попытались разобраться более детально в этом, но никаких документов до 2003 года представлено не было. Причем аудиторы эти документы затребовали не только у «Молдова-Газ», но и у «Газпрома». И так как ни «Газпром», «Молдова-Газ» просто сказал, что мы эти документы не храним, у нас ничего раньше, чем 1 января 2003-го нету, «Газпром» не предоставил, аудиторы сформировали, то есть написали в отчете, что 276 миллионов... 276 миллионов, да. это даже не исторический, а доисторический. Да, часть даже до формирования «Молдова-Газ». Теперь, что касается прав... А «Газпром» вообще предоставил какие-либо документы аудиторам вообще? Ну, «Молдова-Газ» предоставляла. «Молдова-Газ» предоставляла. Значит, если брать по так называемым просроченным долгам... Ну, 400 миллионов с лишним. О чем речь? Ну, помимо процедуры, что вот вы, да, делаете акты сверки и так далее... Есть процедура подтверждения долгов. И она, в принципе, и в Молдове, и в Российской Федерации, она ограничена тем же сроком. Так называемый срок давности. То есть логика этого срока такова. Я сейчас не говорю про долг «Газпрома», я говорю про логику в законодательстве этих сроков. Если, условно говоря, я вам одолжил 100 лей, и больше 3 лет вы мне их не возвращаете. Я никаких усилий не предпринимаю для того, чтобы эти деньги у вас истребовать. Исходится из того, что эти деньги мне не нужны. Исходится из того, что эти деньги не являются, скажем так, приоритетом. И, соответственно, у вас есть право эти деньги мне не возвращать. То есть, что случилось? То есть вы должны у меня требовать расписку каждые там? Каждые 3 года, и эта процедура продолжалась. То есть «Газпром» периодически, если вы помните, постоянно у нас было, вот в арбитраже «Газпром» выиграл очередной миллиард. Это на самом деле не был очередной миллиард, это подтверждались долги предыдущих периодов на протяжении многих-многих лет. Так вот, с 2020 года, насколько я понимаю, подобного рода переподтверждение долгов не проводилось. И, исходя из этого, аудиторы зафиксировали так, как есть. Зафиксировали, что у этих долгов истек срок требования как по молдавскому, так и по российскому законодательству.
Соответственно, в принципе, Молдова-Газ может согласиться их выплатить, но у Молдова-Газ есть право их не выплачивать. Вот мы предлагаем, чтобы Молдова-Газ их не выплачивал. Хорошее предложение. А как все-таки, без больших деталей, я понимаю, что там все очень сложно, но вот откуда взялась эта сумма, что вы согласны выплатить, Молдова-Газ согласна выплатить 8,6 миллионов долларов? Я не буду сейчас... Такая точная цифра. Ее в документах аудита нету. Кстати, документы, потому что в прошлой передаче у нас были даже политики, которые критиковали, что вот нет доступа. Документы, я еще раз проверил, они опубликованы, отчет полностью опубликован на сайте Министерства энергетики, и каждый желающий может ознакомиться с этими результатами. Да, на английском языке. Правда, на английском языке, да, но в оригинале уж как есть. 8,6 миллионов. Откуда? Это расчетная цифра. Расчетная цифра. То есть это не связано напрямую ни с количеством долга, это расчетная цифра. Ну, условно говоря, смотрите. Это... Ну, издевательская такая Нет, цифра. Нет, она не издевательская, это расчетная цифра, под ней есть логика. Если дойдет до переговоров с «Газпромом», я уверен, что... Вы можете ее аргументировать. Да, мы ее будем обосновывать. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что упускается из виду еще два важных момента этого аудита. О том, что Молдова может востребовать. Да. Встречные иски. Встречные иски. Возможные встречные иски со стороны Молдова-Газ к «Газпром». Опять не Молдова, Молдова-Газ к «Газпрому». И то, что предлагая вот, этот, вот, вот эту формулу разрешения проблемы долгов, «Молдова-Газ» отказывается от своего права выдвигать встречные иски. Если будет принято то предложение, которое мы выдвинули, то «Молдова-Газ» отказывается от права преследовать, то есть подавать встречные иски. Там есть на что. Понятное дело, что мы оцениваем шансы этих исков, насколько они высоки, где они будут рассматриваться, какая аргументация у каждой сторон ожидаемая. Соответственно, там не так все просто с этой цифрой. Понятно, что с этой цифрой не так все просто, но там якобы Молдова, согласно аудиту, может востребовать 160 миллионов долларов за транзит газа через территорию Молдовы. Ну, насколько я помню, каждый год согласовывалась сумма, стоимость транзита, объем километр по территории Молдовы, и «Газпром» платил. Смотрите, это, кстати, очень много из того, что в этом отчете аудиторов было освещено, раньше в той или иной форме было уже известно в общественном пространстве, было уже заявлено в общественном пространстве со стороны гражданского общества, со стороны независимых экспертов, в том числе и я, когда был вот в гражданском обществе, часть того, что там в этих отчетах указано, это было озвучено до этого. Но одно дело, когда это озвучивают, ну, скажем так, сторонние эксперты. Да. Вы, будучи в гражданском Господин обществе, Тафилат и Шойту. Аша. Да. То есть... В том числе по вот этой проблеме распределения доходов от транзита высказывался, если не ошибаюсь, господин Тафилат с господином Шойту. В чем суть? Да, во-первых, если я не ошибаюсь, там чуть не с 2000-х годов, если... Ну, с начала 2000-х. С начала 2000-х. Да. Потому что аудиторы взяли за основу для расчета в 2007 год, но это было раньше. Было принято решение, что доходы от транзита газпромовского газа будут распределяться 50 на 50 между правым берегом и левым берегом. Ну, как это сделать с точки зрения законодательства Республики Молдова? Ну, собственно говоря, по сути никак, потому что единственным лицензиатом на оказание услуг по транспорту газа, транзит является частью транспорта, была компания «Молдова Трансгаз». И «Молдова Трансгаз», дочернее предприятие «Молдова Газ», она обладатель предприятия «Газпром». Она обладатель лицензии, единственная. И эта компания работает с регулируемым тарифом. То есть, когда рассчитывается цена на транспорт газа, которая и потребителями Республики Молдова оплачивается, и транзитерами, она рассчитывается, исходя из общих затрат.
Теперь что сделали в «Газпроме» и в «Молдовагаз»? Они заключили между собой договор, что, значит, «Газпром» платит «Молдовагаз» определенную сумму, то есть, условно говоря, по-моему, если не ошибаюсь, там $1.5 оставалось на левом берегу, и $1.5 они платили на правый берег, «Молдовагаз». «Молдовагаз», который не является лицензиатом в этой области. То есть они не имеют юридического права предоставлять услуги по транспорту. Но контракт был заключен следующим образом. Мы вам даем $1.5 на 1000 кубов, и дальше вы с «Молдова-Трансгаз» договариваетесь, делаете, что хотите, платите им сколько хотите. И дальше «Молдова-Газ» существовало как вот промежуточное звено между «Газпромом» и «Молдова-Трансгаз» по перекачке этого газа, по транзиту. В чем, собственно говоря, загвоздка? В том, что эти $1.5 не покрывали тариф. И если вы вспомните, у нас были периоды, кстати, когда в том числе изменили методологию расчета, угу. И сказали, что ну, так как «Газпром» платит только $1.5 за 1000 кубов, ну давайте тогда исходить из доходов от «Газпрома» столько, а все остальные затраты перекинем на потребителей Республики Молдова в транспортный тариф внутренний. То есть было много, даже тогда было много вопросов с тем, и поднимались вопросы, связанные с тем, а как, собственно говоря, это должно работать. Так вот, по международной практике таких контрактов нет. Более того, по международной практике, когда делятся доходы от транзитов, делятся пропорционально длине трубопроводов. Ну, естественно, что нам правобережной части длина больше. Существенно больше, а на левобережной существенно короче. Соответственно, аудиторы провели расчет, что за счет того, что доходы не делились по ни по тарифу, ни по пропорциям, да. «Молдова-Трансгаз» недополучила, «Молдова-Газ», собственно говоря, недополучила. И они пришли к выводу, что часть того долга, который был накоплен со стороны «Молдова-Газ», заключался в том, что от «Газпрома» они получали по $1.5, услуги по транспортировке у «Молдова-Трансгаз» на этот газ покупали по тарифу, и так как эти $1.5 не покрывали тариф, они несли убытки. И эти убытки, как они себе покрывали? Не доплачивали «Газпрому». Понятно. И вот эта сумма 160 миллионов. Ну, в общую сумму, да, аудиторы посчитали, что 160 миллионов потенциальные встречные. Дойдет ли дело до международного суда, до арбитража? Об этом мы предлагаем, чтобы не доходило. Об этом мы поговорим сразу после рекламы. Оставайтесь с нами, поговорим и о тарифах, о ценах, о том, что будет зимой. Dacă vrei să urmărești toate emisiunile Freedom și cele mai importante fragmente, atunci abonează-te la pagina de YouTube TV8. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. Dragilor, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru de YouTube, TV8. Aici găsiți toate edițiile emisiunii Iubește Viața și tot aici, pe YouTube, găsiți invitații noștri minunați care au stat pe această canapea și și-au spus istoria de viață. Au fost istorii impresionante de viață, istorii care vă pot motiva, vă pot inspira. Și nu uitați să ne lăsați și comentarii, ne va face mare plăcere să le citim. Vă aștept! 30 лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник,
в 20:00 на ТВ8. Зильник се întâmplă ceva. Tot ce e important. Eu am 5 copii și toți străini. Noi țărănii mei lăsați, suntem tare obligați. Tare, tare, tare. Tot ce contează. Toți contează, contează. Evenimente care îți schimbă viața. Momente cruciale. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu firul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Dar cele așa și se murează în procuratură. Одного битого, двух небитых. Ваша коллега с правительства даже сказала, что вы там доминировали, и все признали, что вы большой доминант. Теперь конвестим цей доминатор. И что дальше ждет нас? Это самое страшное. Это депешит этапа унитерибилизм симплу. Молдовия в экономическом плане более-менее нормально, более-менее стабильно. Повышение вот этих цен, билд и даже работающим, я уже молчу про пенсионеров. Сила духа, про украинцев. Главные события уходящей недели. Мнение экспертов. Международная арена и ожидания рядовых граждан. По субботам. Подводим итоги с Юлией Будеч в 22:30 на ТВ8. Чтобы не пропустить все выпуски программы «Альтернатива», ищите нас в Ютубе, подписывайтесь на канал ТВ8. Dacă vrei să urmărești toate emisiunile Freedom și cele mai importante fragmente, atunci abonează-te la pagina de YouTube TV8. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. Dragilor, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru de YouTube, TV8. Aici găsiți toate edițiile emisiunii Iubește Viața și tot aici, pe YouTube, găsiți invitații noștri minunați care au stat pe această canapea și și-au spus istoria de viață. Au fost istorii impresionante de viață, istorii care vă pot motiva, vă pot inspira. Și nu uitați să ne lăsați și comentarii, ne va face mare plăcere să le citim. Vă aștept! 30 лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. А как? Ну, мы пытаемся этого избежать, и в том числе, я же говорю, что когда мы подавали предложение по урегулированию, мы основывались не на каких-то там, ну, то есть это не эпатаж,
Это как бы реальные юридические факты, которые нужно принимать во внимание. И понятное дело, что если нам придется в арбитраже, то есть дойти до арбитража, конечно, мы будем отстаивать эту позицию, мы считаем, что это довольно уверенная позиция. Но, естественно, всем было бы дешевле, и это было бы быстрее, если бы мы пришли бы к общему знаменателю. Если бы «Газпром» согласился на 8,6 миллионов долларов. Ну, например. Но вот по поводу этой цифры даже председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан выразил недоумение по поводу того, что вот пришли к такой цифре, и он написал в своем телеграм-канале, что только совокупная сумма исторической и текущей задолженности термоэлектрика государственного предприятия ТЭЦ «Норд» перед «Молдовагаз» за поставки природного газа составляет 46 миллионов долларов, подтверждена всеми необходимыми документами. Это правда. То есть государство должно «Молдовагаз» 46 миллионов, а «Молдовагаз» только 8 миллионов. Давайте не государство, давайте так. Значит, ну, государственные предприятия. Нужно понимать как всю природу этих долгов. Если уже начинать разбираться во всем детально, то давайте разбираться детально. Вот есть муниципальные предприятия, МДФЛ, которые управляющие жилым фондом, которые, ЖЭКи, которые должны термоэлектрики. Термоэлектрика должна «Молдовагаз». «Молдовагаз» должен «Газпром». Там целая цепочка. Теперь то, что они все друг другу должны, еще не значит, что права «Газпрома» на требование вот этого долга с «Молдовагаз» это автоматически продлевает. То есть вот на, скажем так, отрезке «Молдовагаз-Газпром» есть часть долга, которая либо не подтверждена, либо истекшая. Собственно говоря, мы предлагаем именно эту часть урегулировать. Дальше с долгами по всему, по всей цепочке нам будем разбираться. Чебан опять же говорит, что для этого есть все документы. А вы надеетесь с «Газпромом» договориться. А каким образом? Есть какие-то контакты? На мой взгляд, в последнее время контактов с «Газпромом» практически на сегодняшний день нет. И у меня, например, лично не было. Ну, опять же, только через корпоративные органы управления «Молдовагаз», то есть там через присутствие там, представителя в наблюдательном совете, через присутствие, то есть такого рода контакты. А прямых каких-то контактов нету. Но опять же, мы этих контактов не избегаем. Мы должны были сделать свое домашнее задание. Мы свое домашнее задание сделали, теперь мяч на стороне «Газпрома». За аудит заплатили там 1 150 000 ну, там, евро? Нет, там 800 тысяч уже заплатили, а еще 350, там это будут другие услуги. Будут другие услуги, связанные с этим аудитом. В том числе, если будут какие-то дальнейшие шаги со стороны «Газпрома», тем более. То есть, если будут судебные какие-то, да? Не только если будут судебные, потому что все равно это юридическое оформление всех документов, сопровождение в дальнейшем. Но сейчас вы должны, агентство публичной собственности должно заплатить еще 350 миллионов. На данный момент, на данный момент агентство публичной собственности не должно, но есть услуги, которые предоставляются еще и сейчас аудиторами. И который, скорее всего, то есть там есть определенный бюджет, который нужно будет когда-нибудь оплатить. Но это будут услуги аудитора. Бывший президент Игорь Дадон сказал, что Молдова повела себя неправильно, некрасиво и показала всем, что она является ненадежным партнером. То есть надо было заплатить, тогда это надежный партнер? Ну, видимо, да. Видимо, господин Дадон считает, что платить надо по всем долгам, в том числе просроченным, что даже неподтвержденным, и, в принципе, неважно как. Я предлагаю ему взять эту повестку, пойти на выборы и объяснить каждому гражданину, что с него, у каждого, у кого есть газ, с него, там, по-моему, 800 долларов с носа и вперед. Должен заплатить в счет этого долга. А вот этот долг подтверждается каждый год, потому что я помню, был небольшой скандал, когда поменялось правительство, и когда правительство Натальи Гаврилицы обвинило правительство Иона Кику, что
правительство намеревалось подписать какие-то документы о том, чтобы официально признать этот долг в качестве межгосударственного долга. Вот, да? Именно это я, на это я и указывал тогда, когда говорил, что эту часть долга, которая является по сути корпоративным долгом компании «Молдова-Газ», к компании «Газпром». Пытались, и есть все основания считать, что это делалось намеренно, перевести в плоскость государственного долга. Есть эти письма в правительстве? Не только письма, есть типа проект протокола, который был выставлен на все. Это касается именно вот этого долга перевести в межгосударственный. Там не было указано, что именно этот долг. Но там создавалась юридическая лазейка, через которую этот долг, именно этот долг, легко юридически мог быть переведен в плоскость долга публичного. Не корпоративного, а публичного. Публичного это значит, государство должно бюджет. А этот проект предполагал и включение долга Приднестровского региона каким-то образом или нет? В принципе, под это вполне могло включиться и... То есть это, под эту лазейку, которую там создавали в проекте соглашения, могли включить и Приднестровский. И этот проект соглашения, где он? Он был когда? Он был там, если помните, поднялся довольно такой сильный хай. И в итоге этот, по-моему, этот протокол даже признали неконституционным, если я не ошибаюсь. Это не протокол был, а неконституционным, это было по кредиту, 200 миллионов долларов, которые взяли кредит, я это помню. Окей. Которые хотели, подписали соглашение о кредите, возможно, о кредите в России в 200 миллионов долларов. Нет, по этому протоколу нет, он не был подписан все-таки. То есть, но суть была в чем, что были попытки, я сейчас, если честно, действительно не помню вот именно нюансы. этот эпизод не помню точно, но то, что попытки перевести, то есть создать лазейки, через которые этот корпоративный долг в теории мог быть юридически переведен на долг бюджета, и вот тогда бы 100% мы... Государство, наши налогоплательщики должны были по нему бы платить. Ну, слава богу, что не получилось. Но я не исключаю, что господин Дадон именно за это. А долг Приднестровья сейчас сколько составляет? Да я не знаю, если его кто-то еще считает. Я так предполагаю, что приблизится уже к 10. Я думаю, что он уже перешел за 10, судя по ценам на газ, которые достаточно высоки. По поводу «Газпрома». Сегодня было сообщение «Газпрома» о том, что... Алексей Миллер встречался с депутатом парламента, я не буду называть имени, потому что это кандидат, и будущий кандидат на пост примара Кишинева, и мы не хотим вмешиваться в избирательную кампанию, хотя это наверняка связано. И Миллер заявил, что компания «Газпром» полностью соблюдает свои, цитирую сообщение «Газпрома», полностью соблюдает свои контрактные обязательства и по-прежнему открыта для поставок природного газа в Молдову. Ну, это не совсем так. Во-первых, «Газпром» нарушил часть своих обязательств по контракту. В частности, в прошлом году. Сократив поставки сократив до 5,7 миллионов. Да, сократив объемы, потому что нет такой, скажем, формулы в контракте, где мы заказываем газ, а «Газпром» в одностороннем порядке решает его не поставлять. Там обязательства «Газпрома» прописаны на этот счет очень четко. С другой стороны, и с нашей, то есть со стороны «Молдова-Газ», из-за того, что мы приняли решение оставить газ, скажем так, «Газпромовский» на левом берегу и не закупать для правобережья, тоже возникли месяцы, в которых мы не довыбрали полный объем газа, вот эти 5,7 миллионов кубов в сутки. То есть Приднестровье столько не нужно? Да, Приднестровье было просто столько не нужно. И... Зимой нужно будет и больше, летом... И был недобор газа, и по этому поводу нам «Газпром» тоже, я так понял, в «Молдова-Газ» направил письмо, что ай-яй-яй, вы не выполняете свои контрактные обязательства. Договорные обязательства. По поводу сегодняшней встречи, конечно, это будет все спекулироваться в ходе избирательной кампании. Окажется, что теоретически будут заявлять, что, как классик говорил, для членов профсоюза будет газ дешевле. Для Кишинева, для Гагаузии, для Аргеева.
Как вступить в профсоюз? Мне этот вопрос очень нравится, потому что я все жду, когда заявленный господином Шором в апреле месяце дешевый газ, наконец-то он поставит, поставит нашим поставщикам. Я просто жду, не дождусь, когда наконец-то в Молдове хоть кто-то сможет насладиться еще более дешевыми ценами на газ от господина Шора и компании. Ну, я не знаю, возможно, этот газ тоже кто-то уже украл, не знаю. Вслед за миллиардом. Да. В принципе, миллиард кубов, миллиард долларов. Вы дважды обидели «Газпром», если считать, что вот один раз это аудит, а второе – это передача газотранспортных сетей Молдовы в управлении компании «Вестмолтрансгаз», принадлежащей «Трансгаз Румынии» и Европейскому банку реконструкции и развития. Кстати, с завтрашнего дня, с 19 сентября, «Вестмолтрансгаз» начинает управлять газотранспортной системой. «Газпром» очень обижен, потому что «Молдова-Трансгаз» — это дочернее предприятие «Молдова-Газ», которое дочернее предприятие «Газпрома». Смотрите. «Газпрому» не на что обижаться, и я не слышал каких-то обиженных реакций со стороны «Газпрома» на этот счет. «Газпром» прекрасно знает, что такое третий энергопакет. Разделение. «Газпром» работает по третьему энергопакету до недавнего времени больше, сейчас меньше, но работал по всему Евросоюзу. Насколько мне рассказывали, я вот за это не ручаюсь, но рассказывали, что в «Газпроме» «Газпром» даже сделал книгу, отдельную такую печать, особенности внедрения третьего энергопакета по каждой из стран Евросоюза. То есть, ну, они, если не «Газпром» не знает, как работать с третьим энергопакетом, то не знаю, кто еще знает. Более того, «Газпром» прекрасно знал, осведомлен о том, что обязательство внедрить третий энергопакет Республика Молдова на себя взяла очень давно, по-моему, в 2011 или 2012 году. Неоднократно продлевались сроки, что вот мы, да, не сделаем до 2000, там, по-моему... Ну, это с 2012 года. То есть это тянется... Молдова подписала в 2012 году, эта история... и каждый год просила отсрочку. Нет, ну там не каждый год, но там сперва... На 3 года, да, сначала. 2020 запросили отсрочку, потом еще попросили отсрочку. Но это же невозможно было тянуть до бесконечности, правильно? «Газпром» прекрасно понимал, что будут найдены, что нам нужно будет, мы вынуждены будем найти другие решения. Во-первых, у нас есть обязательства перед Евросоюзом, и эти обязательства, как бы, если бы мы не выполняли, опять же, Евросоюз через энергетическое сообщество, в рамках энергетического сообщества, мог наложить на нас в том числе и санкции финансовые. То есть мы как бы должны были этот процесс закончить. Тем более, что аргумент, которым оперировал «Газпром» для того, чтобы вот, каким-то образом не дать этому процессу завершиться, аргумент был, ну, на мой взгляд, крайне формальный. То есть они говорили примерно следующим образом. То есть вот вы нам должны, условно говоря, 700 миллионов, так? А у нас... активы на «Молдова-Газ», так? И если мы, пока мы не разберемся с этим долгом, то эти активы мы передавать в «Молдова-Трансгаз», которое дочернее предприятие «Молдова-Газ», мы не будем, потому что, а как мы потом будем взыскать, взимать? Взыскивать, да, потому что у нас только вот... Это имущество, которое мы можем забрать в счет долга. Слушайте, по сравнению с... там уже не знаю сколько, 10 миллиардов в Приднестровье, у «Молдова-Газ» можно было забирать давным-давно все с потрохами. То есть вот все, если бы «Газпром» действительно ставил себе целью и рассматривал это как чистый бизнес, то давным-давно забрали бы все с потрохами. То, что «Газпром» не, скажем так, как бы это сказать, не с одной стороны, не давал... То есть, на самом деле, что можно было сделать? «Газпром» прекрасно знает, что есть разные модели внедрения третьего энергопакета. Одна из этих моделей, самая щадящая модель, это чтобы
компания, дочерняя компания, вполне такие модели есть в разных странах. Молдова Трансгаз вышла из состава? Нет, чтобы Молдова Трансгаз, будучи даже фактически дочкой Молдова Газ, которая де-факто дочка Газпрома, была сертифицирована по условиям третьего энергопакета, который предусматривал только одно, что между Молдова Газ и Молдова Трансгаз есть наблюдательный совет отдельный на Молдова Трансгаз, который не управляется напрямую Молдова Газом, и в котором регулятор, за которым регулятор бдительно следит, чтобы Молдова Газ не вмешивался через свой контроль над Молдова Трансгаз не препятствовала входу на рынок других поставщиков. Еще раз говорю, это модель, по которой Газпром работает в куче других стран, где есть поставщик, есть транспортер, транспортная компания, и есть фильтр между ними, который не позволяет поставщику влиять на транспортную компанию. Теперь Газпром отказался это делать. Ну чего обижаться, я не понимаю. Теперь вопрос финансовый. Нигде я не нашел информации о том, сколько Вестмолтрансгаз будет платить за использование. Это договор аренды. Да. Сети остаются в принципе, в собственности Молдова-Трансгаз. Управлять ими будет Вестмолтрансгаз. То есть, смотрите, есть три модели внедрения третьего энергопакета, как я сказал. Первая модель, вот эта самая щадящая. То есть, остается компания под контролем, управляется и так далее. Есть люди, которые следят. Сколько платить будут? Сейчас зайду. Вторая модель, это та, по которой мы сейчас пошли. Угу. Это когда собственность остается ваша. Тоже Молдова-Газ и так далее. Но управлять этим всем будет третья сторона. Это именно для того, чтобы обеспечить, что не оказывается то, что у нас будет, да. И есть третья модель, по которой пошли, например, в некоторых странах Балтии. Разделение полное. Просто обязали «Газпром» продать активы, продать акции, продать все, что их связывало. Чтобы это была независимая компания. Чтобы это была просто независимая компания. Сколько будет платить? Платить аренду. Они будут столько же, сколько включено в тариф. То есть, по большому счету, для потребителя ничего не поменяется. Ничего не меняется. Это... Значит, вот сколько примерно по тарифу, точно, то есть сколько в сумме по тарифу получала Молдова Трансгаз, столько же будут получать на двоих Молдова Трансгаз и Вестмолтрансгаз, только Молдова Газ будет получать свою часть как прибыль на активы, а Вестмолтрансгаз будет получать все остальное, то, что нужно для управления Молдова, системой. Молдова Трансгаз будет получать прибыль. Ну, определенную прибыль на активы, та же, которая была заложена. И она будет распределяться между акционерами, в том числе между «Газпромом». Ну, если они решат эти активы выплачивать в качестве дивидендов, конечно. Ну, то есть это сперва будет сперва прибыль на «Молдова-Трансгаз», потом она должна будет выйти на «Молдова-Газ», а потом уже в «Молдова-Газ» ее нужно распределять. «Вестмолтрансгаз» будет управлять и приднестровскими сетями? «Вестмолтрансгаз»... И это было одно из, скажем так, сложных моментов переговоров. Кстати, я хочу сказать две вещи здесь. Для нас было принципиально важно, чтобы это разделение, этот процесс завершился добровольным подписанием договора между двумя сторонами. Чего мы хотели избежать, хотя закон это предусматривает. Споров. Да, мы хотели избежать, чтобы вот стороны между собой не договорились, и пришло НРЭ, и там топором... НРЭ все-таки оштрафовала на 34 миллиона. Это так предусматривает законодательство, что если вы не выполняете предписание регулятора в определенный срок, вы должны заплатить эти санкции. Они знали с самого начала. И «Газпром» с самого начала знал, что эти санкции будут, если они не сделают. Еще раз говорю, если бы «Газпром» дал согласие, все документы в «Молдова-Газ» были подготовлены. И этот штраф придется заплатить, они будут оспаривать в суде, но если придется заплатить, то это же за счет чего? За счет тарифа, за счет потребителей? Нет, это из той самой прибыли. В Приднестровье кто будет управлять газопроводной системой? Вот это был один из сложных моментов. Они, то есть «Вестмолтрансгаз» не очень, то есть, скажем так, очень... осторожно относится к своей ответственности на левом берегу Днестра, поэтому именно для левого берега Днестра было сделано такое
сложное исключение. Мы это тоже координировали и с европейскими партнерами, потому что это ну, нетипичная ситуация. На самом деле формула примерно такая, не примерно, а такая. Значит, Весмолтрансгаз берет все сети в аренду у Молдова-Трансгаз, но оперирование сетей на левом берегу Днестра будет осуществлять дальше Молдова-Трансгаз де юре. Но Молдова-Трансгаз имеет уже контракт, что, они, что это делает Тирасполь-Трансгаз. Соответственно, у Вестмолтрансгаза не возникает никаких контрактных взаимоотношений с Тирасполь-Трансгазом, но де-факто все понимают, что ну, как бы, то, что мы подписали документы, это же не значит, что Кишинев стал сразу контролировать Приднестровскую территорию. И там, что... Спасибо. У нас еще одна короткая реклама, после которой мы поговорим о тарифах предстоящей зимой и о поставках электроэнергии. Оставайтесь с нами. Putem să luăm acasă. Acum putem. La noi acasă facem tot ce vrem. Credit ipotecar MAIB. În euro, dolari sau lei, zero comisioane și aprobare timp de o zi. Cel mai frumos loc e acasă. Подключи высокоскоростной домашний интернет и получи бесплатное телевидение на 24 месяца, самое современное оборудование Wi-Fi 6 для идеального покрытия в каждом уголке дома и бесплатную стационарную телефонию на всю жизнь. Звони на 1180 или закажи онлайн на сайте moldtelecom.md с доставкой на дом. Вместе мы создаем будущее уже 30 лет. Moldtelecom. Espumizan Emulsie ameliorează simptomele colicelor. Espumizan Emulsie. Ia atitudine împotriva colicelor bebelușului tău. Familia seamănă cu o afacere proprie. La fel e necesar să gestionezi bugete și să rezolvi conflicte. La fel sunt necesare cheltuielile de marketing și să-ți susții șeful în noile provocări. La fel ai cheltuieli reprezentative și dorești să-ți vezi acționarii mereu fericiți. De 15 ani, ProCredit este banca de încredere pentru întreprinderile din Moldova. De aceea suntem mereu alături de afacerea ta și membrii familiei tale. ProCredit Bank. De 15 ani în Republica Moldova. Simplu. Sigur. German. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Скажи «да» семейным застольям, романтике, лучшему пищеварению. Мизим обеспечивает тебе специальные комбинации пищеварительных ферментов для улучшения переваривания жиров, белков и углеводов. Скажи «да» любимой еде. Мизим. Здорово желудку с ним. Это лекарство. Прочитайте внимательно инструкцию. В случае возникновения побочных эффектов обращайтесь к врачу или фармацевту. Путь в тренде с новой коллекцией Nike. Винтажные кожаные кроссовки Nike Blazer. 1999 ли. Dacă vrei să urmărești toate emisiunile Freedom și cele mai importante fragmente, atunci abonează-te la pagina de YouTube TV8. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca.
doar la TV8. Dragilor, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru de YouTube, TV8. Aici găsiți toate edițiile emisiunii Iubește Viața și tot aici pe YouTube găsiți invitații noștri minunați care au stat pe această canapea și și-au spus istoria de viață. Au fost istorii impresionante de viață, istorii care vă pot motiva, vă pot inspira. Și nu uitați să ne lăsați și comentarii, ne va face mare plăcere să le citim. Vă aștept! 30 лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. Zilnic se întâmplă ceva. Tot ce e important. Eu am 5 copii și cât străini. Noi țărănii mei lăsați, suntem tare obligați. Tare, tare, tare. Tot ce contează. Toți contează, contează. Evenimente care îți schimbă viața. Momente cruciale. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o usucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Sările cele așa și se murează. Мы говорили с министром энергетики о газотранспортной системе. Я вас хотел спросить, вот по этой газотранспортной системе, по этим трубопроводам, по территории республики, есть очень много вопросов. Кому они вообще принадлежат? Ну, это не по газотранспортной, это по распределительным сетям. По распределительным сетям, правильно. Я не специалист. Ну да, это более низкого давления. Да, да, это низкого давления. Я имею в виду то, что строили люди, то, что там платили, примарии. Есть да. Некоторые на балансе примарии, там, да. Люди дали деньги, да. Там, по 5-10 15 да. тысяч лет. Как с этим разобраться? И это считается собственностью Молдового Трансгаз? А вот и нет. А вот и нет. А вот и нет. Значит, давайте так. Коротко, у нас много вопросов. На сегодняшний еще момент, да, порядка 2/3, может уже меньше, процентов всех распределительных сетей, это вот то, что вы говорите, принадлежат, меньше 2/3 принадлежат Молдовагаз и распределительным компаниям. Меньше 2/3. Да. Большая часть – это как раз вот эти самые газопроводы, которые принадлежат либо… Это не большая часть тогда, 1/3. Нет. Меньшая часть принадлежит Молдовагазу. А, меньшая часть. Больше двух, около 2/3 не принадлежит им. А, понятно. Да. То есть это как раз газопроводы, построенные местными органами самоуправления, частными. Лицами. Есть документы, у них же есть, у примарии там вот есть документы. Вот это и дело, что еще у примарии еще есть. А вот на те деньги, которые люди сдавали когда-то, ну там приходил кто-то, говорил, вот на газопровод. Молдова-Трансгаз. Даже не столько от Молдова-Газа или Молдова-Трансгаз. Там тогда были по примариям собирали деньги. То есть кто-то приходил из примарии или какая-то компания, которая строила газопровод и говорила, вот тут по селу 5000 леев. И как разобраться в этом сейчас? Есть, во-первых, есть более-менее четкое видение того, что с ним делать. Потому что на этот счет было и постановление, то есть это было включено и в отчет курсе де контуре счетной палаты. И было постановление парламента на этот счет. Есть уже
скажем так, видение, что с этим делать. Мы сейчас проводим процедуру, скажем, на первом этапе инвентаризации. На первом этапе инвентаризации, но самая большая проблема даже, то есть будет потом. Одно дело инвентаризация и знать, что у тебя и где. Другое дело потом провести оценку стоимости этого всего. Вот это будет затратный процесс с точки зрения и времени, и денег. С учетом вложения, с учетом да. износа, а дальше, с учетом всего. А дальше модель, те модели, которые предлагаются, они все направлены на то, чтобы все эти активы собрать воедино, в единую юридическую структуру, и каждый, скажем, потребитель, каждая примария и так далее, получила свою квоту, свою часть собственности в этой структуре, которую в крайнем случае они хоть что-то могут продать и хоть что-то за это выручить. Понятно. Мне это напоминает боновую приватизацию. Это не совсем боновая приватизация, но это долевое участие, потому что на сегодняшний день они после того, как вложили деньги, у них даже заключение примарии, где они просто это держат на балансе и никакого, ну, никаких доходов с этого не получают, только расходы, у них появится возможность, по крайней мере, продать эти квоты и получить какие-то деньги. Понятно. Зимой будем с газом? Конечно. Сколько сейчас, или это государственная тайна? Нет, это не государственная тайна. Сколько в хранилищах заложено? Ну, в хранилищах на сегодняшний день пока что где-то 450, может, чуть больше миллионов кубов. А закуплено где-то будет доведено до 500, на 500 миллионов кубов мы уже законтрактовали газа, которые будут в... Это половина годового объема. Это, который потребляет это, правый не полный, берег. Это не полный зимний объем. Это не полный зимний объем. Две трети зимнего объема. Я меряю зимними объемами. Мы считаем, что сейчас цены, конъюнктура цен неплохая. Мы считаем, то есть все ожидают роста цен зимой. Соответственно, мы пытаемся закупить газ по цене, который, то есть, чтобы зимой этот газ продавать потребителям уже с сегодняшней, то есть купить газ по сегодняшней цене, чтобы зимой не подвергать потребителя риску росту цен. У «Газпрома» не берем и брать не будем? Ну, на данный момент нецелесообразно, поэтому формула, по которой, то есть на сегодняшний день цена, по которой «Молдовагаз» получает для Приднестровского региона, если не ошибаюсь, порядка 600 долларов скоро. Нет, не 600. 560 с чем-то, по-моему, если не ошибаюсь. Да, 568. Да, 568. Мы закупаем существенно дешевле, мы закупаем по 430. Господин Тафилат сказал, эксперт, что цена в 13 леев за кубический метр газа ему представляется реальной. Сейчас эта цена, напомню, с НДСом составляет 18 леев, 18.07. Mm-hmm. На что глава «Молдовагаз» господин Чебан сказал, что ему эта цена не представляется реальной, потому что надо исходить из среднегодовой цены закупки газа. А среднегодовая цена, с учетом того, что мы в начале года зимой покупали там по 1000 долларов и больше, среднегодовая цена составляет 768 сейчас, до сих пор. А в тариф заложено 750. То есть мы еще даже не вышли на тарифные показатели. На тарифные показатели мы выйдем. Я уверен, что будет лучше. Я думаю, что у нас будет возможность снизить цены сейчас, но не до того уровня. Не до 13. Нет. То есть я пока не вижу, каким образом можно снизить тариф до такого уровня, потому что, опять же, я не хочу сейчас вдаваться в говорить какую-то цифру, потому что не хочу привязываться к тому, что должно фактически считать НАРЭ, с одной стороны, а с другой стороны давать ожидания, которые я не смогу исполнить. Сейчас мы закупаем, вот пока есть хорошая цена, я понимаю, что у нас со средней ценой, средней стоимостью наших этих запасов. И на зимний период цена должна... И моя задача на сегодняшний день сделать так, чтобы мы в зиму вошли, то есть в холодный период вошли
с запасами практически на всю зиму по уже ясной цене, потому что, опять же, зимой мы ожидаем роста только, там снижение не ожидается. И в этом случае у нас какой бы, то есть даже если будет снижение не такое большое, как объявили эксперты, у нас будет стабильная цена на весь период. То есть у нас не будет рисков тому, что зимой вдруг что-то произойдет, цены взорвутся. Потому что я понимаю, что люди в прошлом году очень напряглись, все семейные бюджеты, все люди очень, ну, то есть достали все, что у них было, чтобы справиться с этими счетами. И я понимаю, что люди сильно переживают по поводу того, что будет. Я хочу заявить, что в этом году будет легче, что никто платить больше, чем в прошлом году, не будет. Скорее всего, все будут платить ниже. Есть, конечно, неопределенность, связанная с электричеством. Мы с вами в перерыве чуть объяснили. Но, опять же, эта неопределенность тоже решается за счет компенсации. Если... Мы сейчас покупаем это... Газ откуда, в принципе? Я знаю, что у греческой там компании... Разные, там по... То есть у нас поставщиков до сих пор было, ну, как минимум, компаний 7 разных, которые поставляли газ. Это и Петром, это и греческие компании, это и трейдеры швейцарские, это все что угодно. Происхождение этого газа, российский и нероссийский? Значит, смотрите, все спорят по этому поводу, нет, что это, мы покупаем российский те газ люди, через Грецию. Нет, на самом деле те люди, которые разбираются в том, что происходит, не спорят, потому что все прекрасно понимают. Я сегодня... нашли мне формулу, по которой «Газпром» продает в Грецию. Я хочу сказать, что «Газпром» сегодня, насколько я понимаю, в Грецию продает дороже, чем мы покупаем у греков. То есть, если греки занимаются таким бизнесом, я в этом дико сомневаюсь. На сегодняшний день тот газ, который мы покупаем, в том числе и у греческой компании, он вот примерно в тех ценовых параметрах, о которых я говорил, порядка 430. Уже закачанный в, практически закачанный в газохранилище. Ну, я очень хочу посмотреть, по какой цене «Газпром» продает в Грецию, но та формула, которую мне нашли, эта формула дает более высокую цену на сегодняшний день. То есть «Газпром» на сегодняшний день, даже если и продает что-то в Грецию, то он продает дороже, чем та цена, по которой мы покупаем. Более того, это... Опять же, куча фейков связана с тем, что «Газпром» через третьи страны... На самом деле «Газпром» продает, опять же, тот же газ, и вся Европа до сих пор сидит на российском газе. Но просто она покупает... Вся Европа местах, покупает да. дороже, да, через посредников. Если вы посмотрите элементарно, берете отчеты «Газпрома», даже можете не смотреть финансовую часть, берете, смотрите по объему, что продавал раньше «Газпром», что «Газпром» продает сейчас. Это несравнимые объемы. Независимо, кому продавал. Да, то есть даже если вы берете общие объемы, продажи «Газпрома» упали просто в разы. То есть нету такого посредника. Да, там видно, отчасти, если посмотреть на глазе детали, есть там. Но в общий объем он все равно... В общий объем упал настолько, что... А прошлой зимой вы не были министром, но вы были экспертом, который этим занимались. Прошлой зимой покупали газ с какой? Российский или то же самое, что сейчас? Прошлой зимой покупали в основном тоже у трейдеров. И было два контракта, вот эти, которые были заключены напрямую с засекреченными на сегодняшний момент поставщиками. Но это был не российский газ. Это я вам точно могу сказать. Я просто вспоминаю заявление Иона Кику, бывшего премьер-министра, который сказал, что я готов отдать все свои 10 пальцев на отсечение, что зимой потребляли исключительно российский газ после диверсификации. Я не знаю, если наших телезрителей... Меня-то точно 10 пальцев Кику не согреют. Но если, опять же, господин Кику готов предоставить какие-то документы, я с удовольствием с ним вместе почитаем, вот в прямом эфире можем прямо сесть и почитать. А то, что он дает пальцы на отсечение, ну, как бы, я не настолько кровожаден. Да, по поводу, переходим на электроэнергию, но опять же это связано с газом. Ваш договор компании, государственной компании «Энергоком» с молдавской ГРЭС истекает 30 сентября. Так. Через 10 дней практически.
на поставку электроэнергии. Летом было на 6 месяцев был договор, да, летом было и попроще. Что будет с 1 октября с электроэнергией? И здесь вопрос с газом. Будет российский газ для левобережья Днестра, чтобы вырабатывать электроэнергию, или не будет? Если не будет, то что произойдет? На сегодняшний день, насколько я знаю, нету никаких предпосылок, нету никакой информации по поводу того, что «Газпром» каким-то образом собирается ограничивать объемы газа, поставляемые на левый берег, потому что на правый берег он все равно не поставляет. И нету... То есть основания полагать, да, что 5,7 миллионов кубов, да, в сутки, да, Приднестровье, да, будет получать? Да, нет бесплатно оснований полагать, что, по крайней мере, из-за того, что «Газпром» не поставляет газ, вот Молдавской ГРЭС не будет газа на электричество для правобережья. Нет такой... А это значит, что есть вероятность того, что договор с Молдавской ГРЭС будет продлен? Я думаю, что вероятность того, что что будет новый договор, выше 50%, конечно... Вероятность выше 50%. Существенно выше 50%, но... И по ценам примерно таким же? По ценам, конечно, бодаемся, что делать. А если газа... Допустим, потому что эксперты очень много рассматривают, говорят об этом варианте, что «Газпром» может прекратить поставки газа в Приднестровье, и тогда в Приднестровье наступит коллапс, а мы останемся без электроэнергии. Мы можем поставлять? Без электроэнергии мы не останемся. Единственное, что... Она может быть дороже из Румынии. Будет существенно дороже. И поэтому я говорю, что когда вы заговорили о компенсациях, да, никто не будет платить больше. Но нам нужно будет посмотреть, как мы бюджет, существующий для компенсации, будем перераспределять. Потому что если действительно будет существенный рост цен на электричество, но даже тот рост, который может быть, он не будет больше, чем то, что было в среднем в прошлом году. Если вы помните, у нас с прошлого года, с прошлой зимы два раза уже снижались тарифы. Соответственно, в общей сложности это не будет большим шоком, чем в прошлую зиму. И плюс будут компенсации на электроэнергию. И если не будет, скажем, контракта с Молдавской ГРЭС, то, скорее всего, будут компенсации. Но из Румынии все равно идет через Молдавскую ГРЭС и через территорию Украины. Там есть нюанс. Я не думаю, что кто-то в Приднестровье всерьез рассматривает возможность так называемых энергетических войн. То есть начинать отключать линии. Это ничем хорошим не закончится. Как обстоят дела со строительством вот этой линии Вулканешти, Кишинев? Мы вошли в стадию, скажем так, то есть... Там график соблюдается, там на 3 года там было, чуть-чуть, да? Там чуть-чуть, где-то на полгода отставания по графику. То есть мы считаем, что до конца 2025-го, сейчас мне говорят, что до конца 2025-го она будет. Даже если мы сделаем поправку, и даже если будет какая-то задержка, это все равно фундаментально изменит, да, плюс-минус 2-3 месяца, но это фундаментально изменит всю, скажем, конфигурацию безопасности поставок. На этот год более-менее понятно, но договор о транзите газа через Украину между «Газпромом» и ОГТСУ истекает 31 декабря 2024 года. Угу. Перспективы того, что Приднестровье останется без российского газа с 1 января 2025 года, достаточно реально выглядят. Что в этом случае? Еще год с лишним, но об этом нужно думать. Да, думаем. И что? Приднестровье, недавно господин Красносельский говорил о том, что Приднестровье уже чуть ли не там разработало схему, и газ российский может получать в обход Украины. В обход Украины физически невозможно, потому что даже точка входа с юга турецкого потока. Из Трансбалканского. Турецкий поток через Болгарию, через Румынию. Там построили эти 9 километров, соединили, но все равно... Все равно вход в Украину.
станции, да, компрессорные? Да, там все равно вход в Вулканеште, вход через Украину, через Орловку. И все равно там договариваться. Да, да, ну ладно. Но это могут договориться Молдова-Газ с Украиной, допустим, что... Значит, география есть, штука упрямая. Те, кто покупает. Такие факты вообще, в принципе. Да. Я понимаю, что политики заявляют разные вещи, и это нормально. Я стараюсь осторожнее относиться к своим заявлениям. Я понимаю, что в Приднестровье конец 2024 года это очень такое, ну, тревожное, вызывает тревогу у многих. Я понимаю, что господин Красносельский хочет людей успокоить. Я тоже хочу успокоить, я тоже думаю, что все будет хорошо. Несколько вопросов на закуску или на диджестив, скорее, от телезрителей. Борис Гончар, а правда, что после аудита у вас были встречи с представителями аудиторской компании в неформальной обстановке? Лично с представителями аудиторской компании, по-моему, встречался только один раз до завершения аудита. После завершения не было? Нет, но даже если бы и было, то в чем, собственно говоря, проблема? Ну, намеки, что там что-то там. Нет, мы встречались с аудиторами один раз, насколько я помню, это было еще до завершения аудита. И даже если бы мы встречались после завершения, не вижу в этом никакого... Виктор Нестряну традиционно хотелось бы узнать, что там по дровам. Лемни МД обретет второе дыхание и новую жизнь или как? Ну, я считаю, что, конечно, в прошлом году с Лемни МД это... Ну, такой анекдотичный, неприятный случай. Да, лишнюю панику сперва нагнали, а потом не знали, как ее сбить. Поставка дров жителям села, кто не имеет газа. На сегодняшний день, то есть, слушайте, на протяжении 20-30 лет как бы система как-то работала. Вот в прошлом году, на самом деле, на фоне паники того, что вот не будет хватать газа, создали ажиотажный спрос. А потом не знали, как с этим ажиотажным спросом справиться. Я вообще не знаю, если в этом году люди будут покупать еще дрова или нет. Мне кажется, что с прошлого года у людей еще года на 3 дров вперед запасено. Поэтому я, ну, если честно, я бы не стал сильно по этому поводу переживать. Но, мол, Силва работает, и вот в рамках ежегодных чисток и так далее, они будут предоставлять дрова, как и раньше. Виктор Парликов не как министр и политик, но как просто специалист в энергетике. Поддержал бы идею превращения Молдавской ГРЭС в российско-молдавское совместное предприятие? Я не знаю, они же приватизированы. На сегодняшний день, чисто с технической точки зрения, без существенной модернизации, Молдавская ГРЭС была бы неконкурентоспособна как генератор основной электроэнергии. То есть если бы они, грубо говоря, платили сегодняшнюю цену за газ, они бы не смогли продавать электроэнергию дешевле, чем, ну, минимум $150 за мегаватт-час. Если бы платили за газ по... Да. Но это не значит, что при должной модернизации на основании вот всей этой инфраструктуры нельзя что-то должное создать. Но для этого нужно в первую очередь решить статус и правовой Приднестровья, для того, чтобы это вернулось все в нормальную конституционную сферу Республики Молдова, и тогда я уверен, что будут инвесторы, которые будут заинтересованы. Кто сейчас будет инвестировать в Приднестровский регион? Да, и последний вопрос, который я успеваю задать. В жилище Виктора Парликова котел или центральное отопление? Есть я уже купил квартиру, в доме, где было индивидуальное отопление. Хотя, когда, то есть, если бы я жил в доме с центральным отоплением, я бы по возможности переключился на горизонтальное отопление, когда эти проекты появятся. Но по поводу кондиционера, да, есть кондиционер. Но я включаю его крайне редко. У меня летом днем дома практически нету, поэтому смысла его включать. Кстати, эта проблема, опять же, у вас появится зимой по поводу оплаты за проходные трубы через... Не появится, потому что у нас мы не в доме с центральным отоплением. Мы в доме, где индивидуальные котлы у всех. Я говорю про Министерство энергетики. А, оно уже есть. Оно уже на следующей неделе, если я не ошибаюсь, на заседании правительства будет вынесено утверждение вот этой новой методологии, которую мы... И как? Отдали на откуп ЖЭКам? Нет, почему отдали на откуп? Потому что получилось, что в прошлом году люди, которые
жесточайшим образом экономили. Они платили там, допустим, 500 лей ну, за давайте, отопление есть, в квартире. Если у нас еще 2-3 минуты. Нету. Нету. Да я тогда очень скажу коротко. Очень коротко. Значит, во-первых, одна из основных проблем с этой методологией была не в самих цифрах и формулах, а в том, как они применялись. И в первую очередь в том, какие цифры ты туда, в эти формулы вкладываешь. Потому что зачастую операторы, когда выписывали эти фактуры, не знали и не могли знать, где там есть трубы, где проходят, на каком этаже эти... Как это будет работать сейчас? Потому что было 20%, было 10%. Сделали несколько вещей. Там не в процентах дело. Сделали несколько вещей. Первое. Цифры, которые будут подставляться в формулу, должны быть согласованы изначально до отопительного сезона между компаниями и ЖЭКом, потому что именно там ЖЭК или управляющий жилым фондом лучше знает, где у него отапливается, где у него не отапливается, где у него труба доходит до третьего этажа, где она проходит через мансарду. Не было такое, что вот было, я знаю конкретный случай, когда за отопление квартиры платили 500 лей, а за проходные трубы, которые не греют, платили 1000 лей или больше. Так быть не должно. И еще раз говорю, все, то есть, по крайней мере, 90% тех как бы вопиющих каких-то там цифр, которые мы видели, они были связаны не столько с формулами, сколько были связаны с ошибками в тех факторах. Еще раз повторяю, вот то, что вся эта методология делает только одно. Вот есть счетчик у дома, домовой счетчик, и вот по этой методологии распределяется между жильцами внутри дома все это тепло. Если у кого-то, кому-то распределили больше, то другие платят меньше. Если кто-то платит меньше, то другие платят больше. Соответственно, компания, в отличие от всех там слухов, которые пытались распускать, компании от этого не выигрывают ровным счетом ничего. Ну, поэтому посмотрим. Одно из основных вещей, которые мы внесли в эту новую методологию, заключается именно в том, что если вам не нравится та формула или тот метод распределения тепла, который мы утвердили по этой методологии, вы вправе в своем кондоминиуме, в своем ЖЭКе и так далее, установить внутренние правила ваши, какие вы так хотите. Я говорю, отдали на как между собой хотите, все так хуже. И распределяйте. Посмотрим, как будет работать. Уважаемые, спасибо за участие в сегодняшней передаче. Это все, что мы успели обсудить. Еще будем говорить об энергетике. Оставайтесь с нами. Через несколько минут моя коллега Яна Степаненко ознакомит вас с новостями сегодняшнего дня. Я прощаюсь с вами до понедельника. Всего вам доброго. До свидания.